нужна отсюда. Она не хочет. Блин, он зато есть очень сладкий. Так. Мне ничего не ну, надо. Коту его надо отдать, потому что кота 226. А у меня не хватит и подошел за... А где есть? Что за вражный? Бета-тестер, надо что-то с боссом? Может, он проходка должен, пускай он меня заменит. Бета-тестер, вот, отлично. Смотри, вот тотемы поставят в мелизону, и все, отлично. Давай я... Что, иди на замену. На замену, только скинь фласки Майлику, или со спуна. Это, наверное, ну ладно, будет. И Марухича. Автомаг, что-то надо тебе, Артухмаг? С боссом. Art of Mark. Жажда это что? Так, где ты? Тебе отдать или кому? Успей. Трояну отдать, я вам скоро зайду, да? Да. Трояна, теперь ты на раздаче. 22 штуки я ему передал. Озвучиваю. 20 штук он мне передал. 22. 20 штук. 20 штук. Давайте не будем тратить время. Зашумонтили первое, да? С рейда ливну, чтобы это не мешаться. Не, не ливай, не ливай. Первая, пятая патч. Сейчас убьем и вливнете тебе. Первая, пятая патч ливать. 24 тысячи Жень давал. Тебе бабла. Так. Смотрите меня, я шмотки раздам. Все, кто выиграл. И дукционы, сейчас придет и будем пулять. Все маги спекайтесь вот просто. Которые там у нас есть два мага. Майлик. Мелик, Юи, кидайте все мне на Коля сразу. Пикеньку активируйте. Так. И Маша кинь тоже обмен. Там бухой он что-то хочет еще. Бухой, какая тебе шмотка нужна? Триня. Ну не пэш Триня, сколько ты за нее ставишь? Я думаю, FDK все за нее поставит. Жизнь продаст. Я фул поставлю. 8700 поставлю. 8700. Ну, что-то еще надо, Артем, с босса. Да. Если тебе к силону. Ты чертов и накалывай. Крест-тест. Крест-тест их за сном. Что, да? Я даже глаз поставил так. Тест заходит, не знаю. Disconnect. Кто-нибудь отписывал там? Да? Давай Art of Mag обратно в рейд, ты с паской. Вместо крест-теста суманить. Вот. Art of Mag сразу по фроста прыгай. А у Краша проходка есть? Нет.
Ну, что сделать? Или родного не будет. Так, вызывайте все своих петов. Побежали со мной по стеночке. Все касаются всех магов, всех локов. За мной бежите. Абсолютно не считается? Я могу, знаю. Надо сначала кикнуть. Надо ну, мобов же надо убить, тяжело в воротах стоять. Ну, а, да. Пошли вначале мобов убьем, что-то это по-моему убили. Да, пошли. Смотрите аккуратно, если не забудете. Убедите все, играем по черепу. Черепу. Ромбик сбивает пиноковада. И мистер Бон помогает. Блять, выбрось его сбивать в утробе. Помогайте кто-нибудь сбивать косты. И смотрите, чтоб не захерял его. По троянскому сальву. Нажми Бакати. Ой, Пахуан, точнее, Массакру. Что там? Там просто надо нажать. Закиньте бог по троянскому быть. Юй, нажми из баунты сейчас. Ромбик уже раза два хильнул. Ромбику снять Марухич. Ты тоже позабивай Ромбик. Марухич. Марухич. Пиноколада Ромбику. Лок какой-нибудь за косты красноясочку на них. Ромбику сбивать, кто-то другой. Маги, помогайте тоже там Ромбику, если сбивать. У нас бонд полетел. Пиноколада. А куда, куда? Нажми этот массакру утемнеющий, давай ты. У вас нормально? Бонд ромбику. Лагает и всех лагает. Зубы по ее языки, Саня. Вадим, можешь тоже массакру нажать. Бьем спокойно. Не, сегодня на Мауча точно не пойдем. Ну и да, на. Ты КД продлил? Горе. Да, с горе да. Пополам. Сань, я тоже не смогу, мне на работу надо будет сейчас после этого инста. Да не, ну нафиг, я вообще через желания нет. Просто ужасно все. На Мауче, на Магике столько времени провели лишнее. Сам должен был с первого пола умирать. Да? Ну все хорошо. Игорь, ну блин, я типа не против, но блядь. Времени, во-первых, много лишнего потратим. Во-вторых, это... Я не пойду, Саня, потому что же время. Я же говорил, что большинство ребят надо пощадить. СЛК 10. Пойдем вообще посмотрим, что завтра будет. СЛК 25. Как у нас вообще шансы там есть. Если нормально, то вот два дня потратим. Там понедельник еще добавим на СЛК. Да. Большая просьба, даже сейчас всех самых знакомых гильдий больше вообще никого не берите, а то ну и ломай. Потом разберемся, может, второй состав сделаем. Тогда что-нибудь придумаем. Если только друидов, может? Никого не надо. Кстати, фоков тут бабки всякие вливаем. Так, теперь то, что я говорил, все маги, все локи, если есть анхолики, ханты, побежали за мной в крест. Завели петов. Оставили бездействие. Да, сейчас дам артефакт.
Так, у нас сколько там получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три человека под лицо. Троянский... Не мастер. Троянский, Сацуне, неважно. И Эрария, втроем под лицо. Те, кому я доверяю. Так, теперь ставим рыбу. Вова, ты был здесь, Пинакова, который? Ты будешь закрывать этим. Руки. Всегда. Твоя зона будет... Твоя зона будет от квадрата до звездочки. Пахован закроет на фиале там, вдали. И будет закрывать от печеньки до квадрата. Сейчас я поставлю. Также всех РДшников. Здесь не важен урон. Ребята, важнее будет, чтобы вы всегда закрывали руки. Закрыли руки. Следующие руки вы закрыть не можете. Соответственно, отбежали немножко в сторону. Но все руки должны быть всегда закрыты. СПД пьем, да? Да, СПД в паске добавлять не будем там. Уже не так много сегодня классов потратим. Готовность на пол. Так. Готовность. Я уже сам подключу сегодня. Все готовы, меня не показало. Мобой, Рария, Леня. Леня. Все, ты под лицом стоишь, если что, Леня. Все, все готовы. БМ-пул на первой секунде пуляем. Ой, на свой пуль пуляем. Приоритет всегда закрыть руки. Сейчас окружаю их. Пинор, кинь на ДЦ, да. Юй, поднимите. Руки закрыли. Блядь, ребята, сидите с руками вдали. Я закрыл. Следующий кто-то вдали закрывает. Коля развернул зубы ему. Что такое? Этот диван дайте. Босс был неправильно повернут, поэтому 10 человек, но под лицом не стоял. Я видел. Видел, что босс, поэтому и спросил. Что за фигня? Не вставайте. И с центра убегите, с центра убегите. Все, резайте. Всех, кто может резать. Это же самое делаем. Тихо, под первую печку дадим, когда пойдет в печку, под печку. Ну, чтобы два пета нужно, чтобы зашли. Типа, давай ради тебя этот заменим, можем еще два пета получить. Тебе ничего не надо с бота. Попробуйте тотема поставить, пожалуйста. Не работают тотемы. Да ну нахер. Пробовали, да? Да. Жека Фаниш. Значит, оставайся. Сацуна Троянского. Резайте. Ребаф отдавайте потом.
с Морским. Ренессанс, заходите. И Петов, и Дичин, да, стажи, выставляй. Выставляйте. Давай, Рария, ты тогда идешь под босса, с босса сзади, бич шнурки пойдет в босс. Петов, пошли поставить крест. Ну, Юра из Морски, заходите. Не тяните время. Не могу спорить. Ну, Ренессанс из Морской. Ой, да бля, шо столько тут нет, ну вообще. Из Морской. Из Морски не заходи туда пока. Иксфриги сеть. Или от Сила. Все, давай. Врей. 4 анхолик, по-моему, из Морски. Иксфриг. Да, что поважнее. Все, поставишь Пета тоже в крест. И останутся троянские сосуны под боссом. Шнурки, выходи. Засуньте Иксфрига. Это... Я еще не пролагался до сих пор. Жахуй. Тебе это главное поставь. Я не могу, я вот просто все возле меня бегают. Просто если стою, я ничего здесь делать не могу. Сейчас прогрузишься. Ну что? До сих пор, я не знаю. Добро пожаловать. Это специально. Ты заходил в это? Вас нормально? Да, тут четыре нажми, я не знаю, перезайди. О, да я похоже одну кнопку нажимаю и ничего не срабатывает вообще. Нормально? Нет. Ну, я на замену стал. Я, ну я бегаю, вы не бегаете. А Alt F4. Мы видим, что ты бегаешь. Все, нажми Alt F4, типа все, короче. От Сива ты инхолик. Все, нажал. Сейчас выйду. Петя, давай грейд быстро убьем, да и все. Ебало. Тогда шнурки возвращаются от босса. До смотри, Хики. Тыкните. Боссом сосуны, троянские и шнурки. Петя, ты тут? Там есть сразу выше, что может нормально будет. Пробуй. На Йоми кто-нибудь. Ну хорошо, сейчас будет. Окей. Этот, Юра, ну что? Юра. Поехали, можно разбудиться. Вы появились все. Я вот и трапу землю кидаю, похуй, ничего не работает. Давай на Йоми в рейд, а это Юра, не лопайся.
Шнурки Сатсуны и Троянские. Заходи на Йоми. Дропнуло. Нас всех? Меня. Не, работает. Не только тебя. Обожаю, как работает этот сервер стабильно. Когда-нибудь бомбанет. О, смотрите, на Йоми. Захожу. Угу. Если Сатсуна выкинет, нужно, чтобы кто-то под лицо зашел. Следующий будет тот претендент заходить под лицо. Давай Рари, если его кикнет, X-Free. Все, готовность на пол. Дебафните на Йоми, на рыбу еще раз. Покушай рыбку. Если есть дешевую фласку, сама выпей. Бахка. Все, все готовы. Еще раз. Буду видеть, что кто-то не бегает, руки не закрывает, буду унисовать. Это и кастеров касается. Особенно вот майнинг. Юи, поднимите на пол. Один человек даже лихнул. Опять мне постал. Руки закрыли. Что-то с ним не то. Давай Геру, прожмись, Коля. Саня, давай ему зубы. Закрыли все руки. А, Вадим, с тебя каждый раз массакра под адский удар. Мастера на защиту. Сейчас адский будет. Мне еще нажми массакру. Похиливайте Юи. Печка не сработала, Коля. Нужно будет его сейвить. Нажми из баунту Вова и соло сокру в него. Массакра быстрее. Блядь. У меня же не на стак, а на какая массакра? А, ну да. Я забыл, что у тебя не стак. Падайте. Дайте диван, заново встаем. Коля под печку не сходил, поэтому и упал. Все адские под 30 стаками зарядил. Лесайте всех быстрее. Ну что ж сегодня такое, блядь? Короче, он куда-то просто улетает далеко, и босс идет слишком близко. Из-за этого разворачивает. У меня есть предположение, что я не первый босса забираю. Ну, то есть он сначала дергается в какую-то другую сторону, а потом не по той траектории идет в крест. То есть два кола. Можешь полика заменить, и мне пойти надо. Прям срочно. Сатсуне, давай в хэппала. В Акати. Женя, ты тут? Да. Женя влейт вместо Майлика. Вадим, улети только. Лезьте все. Ладно, я не исключу Вадима. Тут то же самое делаем. После никто не бьет, пока не поставит Юи. Вообще никто. Ни на пульщике никто.
У нас хотя один на ключ. Как крест не дойдут. Окей, закинь. Все то же самое, ставь тебе этот крест. Точнее чуть-чуть их поставь. Ну. Так. Так, Сосуми вхэпали сейчас, значит, под боссом Вакачи, Троянский и Шнорки, как и были. Слушай, погоди, а можно сказать на свейлимах, чтобы ничего не прохилить, они в 4 хила? Да есть у нас свейлим, Женька. Ну, просто РДДшенька. Ну, ладно. Есть элим. Ставьте в кавзу с Монти Вакати. Погнали. Тяжко будет. Да, в ДД. Ты, Жень, если что, ловишь лицом вместе с Троянским и Шнурками. Ошеломляющий. Да, хоть сейчас 5 хит. Мне уже жена дупит. Да, надо с этого трая убить, это мне на работу уже звонит. Готовность, то у меня уже там пузи грелку. Все, никто босса не трогает, пока в крест не завели. О, сейчас нормально. Все, поехали. Про руки не забываем. Соберитесь, давайте убьем. Агро, поскидывайте. Соло сокру, закинь Саня в него. Давай, Геру. Руки приготовьте закрывать. Орхилиново. Саня, с тебя массакра. Ой, сильнее, сейчас тебя массакра на адский каждый. Руки закрыли. Вот темнее, если закинь соло сокру в него. Без бабла можешь. Адский сейчас упуску. Адский. Массакра, массакра, массакра. Вакати БР. Кто-нибудь под лицо один. Вакати БР, Дайону. И потом с под лица убежал человек, который был там. Вакати под лицо. Хорошо. Сейф нужен будет. Зубы будут, отдадим. Зубы отдай, Саня. Закрыли. Надо Коля так снять. Соло сокру Вакати закинь в него. Им похлан массакру дай. Саня, у тебя же еще массакра есть, да? Да. Окей, и соло уже по идее должна быть.
Последующие эти я сам прожмусь. Угу. Захил. Руки закрыли. Саня, отдай массакру. Адский скоро будет услышать. Имеется, ты под адский. А давай после ошумляй сразу адский. И сразу его засейвить нужно. Хорошо. Отлично. Саня, зубы есть? Нет, нет. Скажешь, когда будет? 40 секунд. Соло сокращение. Окей. Закидывай, Саня. Аня, зуб есть? Если есть, закинь. 12. А? Все, нормально, там темнее, когда стоит. Ты поздно говоришь про зубы? Да. Зубы откатились. Хорошо, блин, не вперед. А, 28 секунд, Гера. Не, еще 6 минут, когда. Закиньте соло сокрой в него. Пахлаван может тоже закинуть. Все, ты мне еще отдала. Коля, печка не сработала. Аски скоро может быть. После печки. Саня, если есть... Зубы, Саня, зубы ему. РДД, закройте руки сейчас. Я на смарт Т4. Смотри, дальний только не сорви. Гимн на ХП. Можно, не знаю. Саня, Т4 есть, что там? Ага. Гер, свободно. Саня, еще 6 минут, когда я займу. На нас. И все, свободно. На меня будет действовать, садов. Не, 5 минут, не давай сейчас всем учебе. Хотя... Так, давай сбаун, да. Массакрайз. Соло или с Макс? Макс. Соло 5. Отдавай, Саня. Отдавай Макс. Похлан, если есть соло сокра, закинь в юй. Иннер по Ону, по Полинору закинь. И гимну ману. Так, давай Саня соло сокру тоже. Саня, у тебя скоро зубы должны быть, да? Да, 308. Так. Скоро будет адский удар, темнее еще приготовься. И соло сокру... Прожали, прокильте его. Хорошо. Отлично. Да, давай. Саня, зубки есть, да? Нет, еще 8 секунд. Скажешь, когда будут. Закрыли руки. Отдай, если есть. Готово, отдал. Так. Гимн на ману закастуйте, любой человек, если есть. Соло сокру, Саня. За сейфу и похлан массакру. Когда? Темнеющий должно быть, по идее, соло сокру.
Вова Пинаковадзе тоже может пойти настакать на еще один. Посмотри, не сорви. Массакра есть. Маз, да? Да. Я сам пройдет. Следующий закинешь. Санечка, готов сейчас закидывать. Его. Закидывай шашку. На стаку Т4, РДДшники закрываются. Готово Т4. Давай. Поздновато, но... Скоро отсвечь. Податки темнеющие и какой-нибудь еще сейф в него закиньте. Милости вон и закидывайте все, блин. Соло после закрыл, этого, слышно, после этого адский. Да, после этого адский. Темнеющие нажимай. Дим сразу кастуйте на КП. Так. Саня, зубы скоро? 37. Хорошо, Пахлаван, нажми массакру, если есть. Саня, соло сокру в него закинь. Или темнеющие тоже можешь закинуть. Сейчас нужно его как-то выхилить, 30, пока печка идет. Пройдет, мы убиваем босса. Все отлично. Саня, зубы есть? Нет, счет 10. Нормально, он выиграет. Закон. Сейчас я заснул. 7. Ну все, закинешь по КД в него. Чашку дальше. Да. Есть. Цешенька. А пятка выпал? Да. Дикий начнет дражить. Не начнет это. О, на танка метательный выпал. Танка нету вара у нас, блин. Любили, не любит сказать, если бафка не бафает. Да, сейчас. Ну, потенциал хотя бы появится. Снимаем 9600. Ну, на трэше будет 8000, а не 7 давать. Ладно, соглашусь. Сейчас написать. Бухом, посмотрите, начислилось. Да. Ну, спасибо. Что там за время не будут давать, да? Ипа? Я уже все. А, можно ливать, да? Так. Сейчас ребуты на 10 минут откатит. Сколько там ставил на кружку? Он 7500? 9600. Сколько? 9600. 9600. 9600. FDK раз, 9700. Динамик. 9700. Два. А ему надо не катит. Да он приколол. Так, не тебе. А, значит 9600, понял. Ладно, короче. Ты че, черт? А я, кстати, думал, у меня ИП столько нет, я уже сам обосрался. Помните, что будет, как мы решили, если будет такая херня, будем просто зывать ХИП продавать. Машка, надо голова. 250. Изморский. А, изморского нет. Надо какому-нибудь серчаму там копалу. Отдел серчичка. Окей. Дальше метательная. И дай обмен, Женя, я тебе на диз дам. Метательная 250. Женя, не уёрзывайся. Иди сюда. 250 метательная. О, на моем никому не надо, но офф 125. Снурки 125.
Раз, два, три. Да, обмен Галя. Сейчас я только Жене отдам шмотки. Евгений, принимай. Что, репофарм? Не, я прям сижу на груле, уже засыпаю, я не могу. Сколько сегодня вечер? Очень нудный день. Прям день очень вечер. Нудный. Печенька, 700 старт. 6,2 скиби. 6,2 скиби, Юи 7. Раз. Юи 7. Два. Юи 7. Три. Кидай меня. Коля. Ну что, грац? Две печеньки в дорогу. Танкапать это очень важно. Я бы вообще, блядь, бесплатно отдал. Да, все по-честному. А что лучше для него, вот Т4 или Т10? Т4. Т4, конечно. Двигаешь. ДКшник Т4 до Т5. Че, Петь, пойдем на фарм? Погнали. Хил есть, танк есть. Ну, это... Мы как пойдем? Сами соберем? С Анролом? Ну, и... мы сейчас спросим, ну, будем, если наши пойдут, то будем смотреть, что будет под. Ну, как бы, если сами, то с Анролом, да. Наши идут.